Вы упомянули, что йога усиливает ваше восприятие, и через йогу вы познаете Творца. Значит ли это, что те, кто не изучают и не практикуют йогу, не смогут познать Творца? Так ли это? Нет, потому что нет такого человека, который бы не практиковал йогу. Все практикуют йогу, но бессистемно. Когда мы используем слово «йога», мы не говорим о конкретной практике. В мироздании нет ничего, что не было бы йогой. Слово «йога» означает, что все стало единым. Слово «йога» означает «единство». Так что это грандиозное единение существования. Когда мы говорим «йога», мы имеем в виду уровень восприятия, когда вы видите все как единое целое. Вы сидите здесь — это один вид йоги. Просто сидеть на одном месте — это уже своего рода йога. Именно так делали большинство йогинов, не так ли? Просто сидели на одном месте. Вы дышите — это еще один вид йоги. Но занимаетесь ли вы йогой систематически или бессистемно? Вот в чем вопрос. Но вы занимаетесь ей, не так ли? Ваше сердце бьется — это своего рода йога. Но происходит ли это наилучшим образом? Это единственный вопрос, не так ли? Итак, если я не занимаюсь йогой, значит ли это, что у меня нет возможности? Нет. Потому что йога не означает скручивание тела, завязывание себя в узлы, задержку дыхания или что-то в этом роде. То, что вы сейчас называете собой, это всего лишь четыре фундаментальные реальности — ваше тело, ум, эмоции и энергии, благодаря которым все это происходит. Итак, для этих четырех фундаментальных аспектов у нас есть четыре основных вида йоги. Они известны как гнана-йога, бхакти-йога, карма-йога и крия-йога. Гнана означает йогу ума, бхакти — йогу эмоций или преданности, карма — йогу действия. Крия — йогу преобразования энергии. Есть ли здесь кто-нибудь, кто не занимается этими видами йоги? Все вы делаете их. Вопрос только в том, в какой степени, не так ли? Сейчас мы говорим о том, чтобы подойти к этим четырем видам деятельности, которые вы выполняете в любом случае, с лучшим пониманием, более систематично, так, чтобы это принесло необходимый результат. Так возможно ли просветление без йоги? Нет.